Педагоги из Севастополя приехали на Урал, чтобы посмотреть, какие методики применяются в учебном процессе. За 4 дня они планируют посетить екатеринбургские школы и вузы, а также учебные учреждения Первоуральска. Сегодня Первоуральск – это одна из уникальных территорий, которой формируется кластер ранней профориентации. Это реализация так называемого проекта «Билет в будущее», который был анонсирован президентом Российской Федерации. В Первоуральске делегация посетила образовательный центр новотрубного завода и несколько школ. Педагогов из Крыма в первую очередь интересовали программы по профориентации школьников. Другими словами, когда с юных лет прививается любовь к рабочим профессиям. Сразу после совещания наших учителей пригласили в Крым, чтобы помочь там внедрить уральские стандарты. Напомню, в Свердловскую область делегация из Севастополя приезжает уже во второй раз. Ранее они посещали Урал в 2014 году, после того, как Крымский полуостров присоединился к России. Приезжали, чтобы посмотреть, как устроено российское образование. Ваш регион является передовым и по внедрению новых ГОСов, и по различным вообще темам. Нас, когда мы вот приехали и попросились к вам, то ваше учреждение, мы сказали, показывайте все, вот нас интересует все, мы хотим увидеть, как это должно быть, потому что у нас уже теперь есть понимание.